Привет, друзья! Меня зовут Чок Артем, и вы в моей студии Plastic Body. Сегодня хочу записать видео для вас на тему антицеллюлитный массаж. Ваша любимая тема, на которую вы чаще всего интересуетесь. В общем, хочу провести параллель нескольких техник, потому что я уверен, что вы на просторах интернета, на просторах YouTube, Instagram видели такую технику, как мгновенное там растирание, быстрое растирание. И это же тоже динамический массаж, да, потому что я уверен, что если вы смотрели другие мои видеоролики, видеоуроки, то вы видели о том, что у меня массаж достаточно динамический, интенсивный, с повышенной скоростью. Очень много читаю комментариев на тему того, что вот, ты, наверное, танцуешь, а не делаешь массаж, что девушкам там больно или еще как-то некомфортно, хотя на самом деле большое количество женщин ищет качественный, интенсивный, динамический массаж, потому что это приводит к классному результату, если мы будем говорить о целлюлите, о хорошем результате, ускорении обменных процессов и так далее. Так вот, вернемся к моей теме. Это растирающий массаж, да, или же разминающий массаж, да, то есть есть техника, которая более растирает кожу, да, дает хороший приток крови. И есть разминающий массаж, это который дает разминание вот этих жировых клеток, которые существуют. То есть, если мы растираем кожу, то туда приходит обильное количество крови, и таким образом, да, там вместе с кровью, когда идет отток крови, он забирает какой-то процент жировых отложений, и от этого якобы имеется результат. Да? Но зачастую, по отзывам моих клиентов, я слышал о том, что от растирающего массажа в основном результат это уходит отечность, немножко воды уходит, и таким вот образом получается результат. Я же работаю больше разминающим, да, то есть у меня больше разминающий массаж для того, чтобы, когда мы воздействуем на жировую клетку, мы ее еще стараемся разминать для того, чтобы еще плюс 30% усилить результативности. И в таком случае девочки, которые проходят у меня курс из 10 сеансов, зачастую получают офигительный результат, очень классное состояние кожи, очень классное количество сантиметров в минус в объемах своей фигуры. И в таком случае классно тем, что когда мы получаем результат, то он достаточно долгосрочный. Если же мы будем проводить параллель с массажем растирающим, динамическим, то когда уходит вода, все равно рано или поздно организм начинает компенсацию. То есть он все равно через 3-5 дней он начинает восполнять организм этой же водой, и фактически результат возвращается, и он не очень, как бы, долгосрочный, я бы так бы сказал. Поэтому, девчонки, я ни в коем случае не хочу вам что-то советовать, принимайте решение сами. Конечно, каждый будет хвалить свое болото, каждый будет говорить, что у него эффективный массаж, у него эффективный, результативный. Поэтому выбирать всегда вам. Я как бы рассуждаю с точки зрения логики, что в любом случае разминать жировую клетку намного эффективнее, чем растирать и давать приток крови. Просто приток крови. Потому что в любом случае, когда ты разминаешь, то все равно приток крови туда приходит, и результат, мне кажется, намного выше и лучше, если же мы будем его разминать. Поэтому всем хорошего настроения. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Совсем скоро весна, и я точно знаю, что у вас будет стоять этот вопрос. Поэтому всем хорошего настроения, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, пообщаемся на эту тему еще больше. Если адекватные комментарии, я зачастую отвечаю. Все, всем пока, мы пойдем работать дальше, и до встречи в моей студии. Пока-пока!